Сейчас посмотрим. Бейл. Хесе. Ну, что сказать о Реале по итогам межсезонья, собственно говоря. Несколько весьма интересных игроков ходятся, а сейчас в последние дни они могут быть задействованы как валюта в каком-нибудь интересном обмене. Бейл выходит к воротам. Ломится Бейл по всем направлениям. Могучий Бейл. Но пока у него ничего не получается. Вот фактически выход один на один. Ну, куда мяч попал? Смотрите сами. Похоже, что в руку. И вот выход Бейла. Своевременно очень Пищу покинул ворота. Надо отдать ему это должное. Замечательному защитнику московского «Спартака» Дмитрия Парфенова. Удар выше цели. Вот, наверное, это правильное решение бить, не стараясь сблизиться, потому что потом моментально возникает перед мячом куча мала. А тот самый розыгрыш пока не привел к результату. Киску уже второй раз бьет, сейчас ближе к цели был. Как вам эти будто бы перевернутые двойки? Лора. Остается с мячом настойчивый защитник. Мягкая подача, удар головой, перекладина. Был ли гол? Мы уже все видим с вами. Гола нет. Ответ Реала. Криштиану. Мне тоже показалось, что мяч не пересек линию. Но мы в этом с вами очень скоро убедимся, как там было все на самом деле. С помощью повтора заметь. Давай пенальти. Это или симуляция, или пенальти. Здесь другого просто быть не может. По-моему, его что-то совершенно прихватили. Это вот пока момент. По-моему, целиком мяч линию не пересек. Вот видите, он частично находится на линии, а должен пересечь полностью. Блистательный повтор. Ну, а вот здесь, ну, конечно же, рукой держал Бернардо. Ну, как же иначе-то может быть, а? Мы упустили такую интересную возможность. У нас сегодня уже появился вратарь, который отбивал пенальти у Месси и у Роналду. А сейчас у нас была возможность увидеть... А мне по-прежнему кажется, что гола там не было. Ну и совершенно точно нужно было получить пенальти за фол против Криштиану Роналду. Но судья почему-то решил, что не нужно. Хотя его, очевидно, держать руками было видно на всех повторах. Как-то вот судья этого не заметил. Атака Хихона. Здесь вот небрежно сыграл Варан. Я бы сказал, небрежно. И Марсело не устыдил за своим подопечным. Ну вот я и же говорю. Салон. А вот как здесь не попал в ворота Криштиану, объяснить невозможно. Все было, что называется, на мази, но посмотрите. И ворота рядом, и угол пустой. Мудрич. Хамес, опасно, бить надо. Ну что ж такое-то? Ну правда же сглазили наш чемпионатик. Уютный испанский, жаркий, знойный. Пасть его обратно. Ну как вот, ну, здесь не игры, может быть, даже было. Может быть, было, я не знаю. Не идеальная позиция для определения этого. Но как мяч не попадает в ворота-то, а? И ресурсы спортсмен держит в тылу, чтобы не рисковать. Его тренер... Опасно, опасно! Это уже начинает забавлять. Я, конечно же, не имею в виду, что мне хочется сделать обидное Марселу или Криштиану, или кому-то еще. Но в целом по туру-то, а?